Семена цинии обыкновенный мастер White рекомендуется высаживать на рассаду для получения более раннего цветения. Уже в начале июля на клумбах и в цветниках появятся первые белоснежные бутоны. Цветы плотные, махровые, в диаметре до 80 см, отлично сочетаются с другими садовыми культурами, хорошо смотрятся в подвесных корзинах или балконных ящиках. Цинния Master White хорошо переносит жару и длительную засуху, сорт устойчив к садовым вредителям и не нуждается в проведении регулярных агротехнических процедур, таких как полив, опрыскивание, рыхление. Цинния Master White – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Цинния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания цинии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает цинния Master White в месяц июнь-август. Интересные цветы цинии могут быть до 10 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.